Слышь, ты окей у тебя? Да. Слышишь меня? Да. Отлично. Слушайте, ребят, мы сейчас находимся в Тюмени. Вот снимали выпуск на полетах на Як-52. И выпала возможность сделать ознакомительный полет на месте на правом кресле мне, на Ан-2. Вот, нас уже торопят, поэтому будет такой короткий, прям на коленке выпуск. Вон, запуск самолета произвелся. Мы бежим, нас уже подгоняют. В общем, я ни разу в жизни на Ан-2 не летал, вот, и сегодня я полечу впервые на месте второго пилота. Давайте, погнали! Вон он пошел. Вот, но скажу, что это было коротко, но информативно. Блять, я, конечно, охренел после всех вот этих полетов на малышах, пайперах, там, яках, экстрах, когда он начал выравниваться. Ну, там высота пятиэтажку, куда он так рано выравнивается? Вообще прикола не понял. А потом, когда мы коснулись поля, в общем, было бы непривычно. Вот так возьми, ну, я не знаю, сколько нужно часов, чтобы мне взять и влетать в Ан-2. Но мне кажется, ну не менее 20 часов, потому что вот сел бы я так не по любви, а по принуждению и распластался бы нафиг от полосу. Потому что для меня, ну я выравнивать стал бы, ну, не на такой высоте. Я бы выравнивать стал, когда уже выравнивать было бы нечего. Ну, мне понравилось. Такой прям вот вездеход на КамАЗе, как будто едешь высоко, плавненько, отдача от штурвала такая очень медленная, не резкая. Ну, интересный аппарат. Я думаю, что я найду возможность и полетаю на нем часиков 5, потому что, ну, интересно, для общего развития, очень круто. Это прям такой влет в большие пассажирские самолеты. Смотри. Наверное, долго летать на таком самолете скучно.
Вот, но все же, что в новизну, оно интересно. Полетать на одном самолете, полетать на другом самолете. Скажу сразу, для многих людей, которые думают, что полетав 5 часов, 10 часов на одном самолете, потом 10 часов на другом самолете, 10 часов на третьем, ты будешь как спецагент, как из фильма Джеймса Бонд, уметь все. На что не сядешь, на том полетишь. Нифига. По хорошему счету, ну, ты можешь овладеть за свою жизнь на профессиональном уровне, ну, 3, 4, ну, 5 типов воздушных суден, но не более того. Даже отлетав часов 5-10 на Ане и потом долго на нем не летав, тебе для самого начала нужно будет в него вводиться. Поэтому это так, исключительно забавы ради, мы летаем на разных самолетах. Жизнь одна, авиационная жизнь тоже одна, поэтому пролетать мы ее должны с полными эмоциями, полными впечатлениями, что было потом своим правнукам рассказать. Мне понравилось.